Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухня на любой вкус. В этом видео я покажу вам рецепт свекольника на кефире. Итак, вам понадобится 3 свеклы, натираем ее на крупной терке, кладем в кастрюлю. Нарезаем один крупный пучок зеленого лука. Также нам понадобится пучок укропа. Далее нарезаем 3-4 небольших огурца. Я нарезаю его небольшими полосками. Кладем огурцы в кастрюлю, солим, перчим по вкусу. Холодник можно сделать только на кефире, а можно с добавлением газированной минеральной воды. Если делать на кефире, понадобится на данное количество продуктов 1,5 литра кефира. Если свекольник делать с минеральной водой, то 1 литр кефира. Минеральную воду я добавляю не в кастрюлю, а в тарелку отдельно, так же как и яйцо. Свекольник охлаждаем и подаем к столу с добавлением вареных яиц. А также к свекольнику как дополнительное блюдо очень подходит вареная картошка. Отдельно приготовленная свежая картошка в мундире, либо отварной картофель с укропом и сливками, любую на ваш вкус. Жарким летом свекольник, как и окрошка, всегда будут в почете, тем более, что он готовится очень легко и очень быстро. Ну а я желаю всем приятного аппетита, подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!